Здравствуйте, друзья! Что-то сегодня пришла идея обратить внимание конкретно на российского производителя или СНГ. Итак, сушеная вобла. $3.20. 3 рыбки. В вакуумной упаковке. Годно до 29 апреля 2015 года. Вес 0,32 паунда. Так, еще увидел сеть в банках, сеть в России. Вес рыбы 900 грамм. Есть еще такая вот. Ну вот, друзья, вы слышали мнение человека, который прожил здесь уже какое-то время. Женщина посоветовала вот такую сельдь. Так, говорит, она немножко дороговата. 4,43, и здесь 74 сотых паунда. Очень вкусно. Также показывали уже, постоянно забываю название. Есть икра такая. Опять же, не на весь продукт стоят цены. Нам не понравилась горчица, я нашел горчицу. Что-то с моей камерой сегодня не хочет фокусировать. В общем, я возьму эту горчицу домой. Есть такой вот чудная долина, огонек, остров управа. Вероятно, напоминает этот же. Закусон тещин хрен. Есть творог. 5, 9. Ну вот все. Шпроты. Рижские в масле. Какая-то оригинальная упаковка, я такой еще не встречал. Хотите русский морс? Цена за 3 литра $8. Думаю, дороговато. Напитки. Что такое с камерой сегодня? Вот, друзья, бабкины семечки жареные. За 250 граммов $6. А за 450 граммов. Все такое с камерой у меня сегодня, простите, пожалуйста. В общем, 450 граммов $8. Есть еще семечки станичные, отборные. Есть семечки, деткины семечки. $8 за 500 грамм. Есть крупа манная за 800 грамм 2,50. Узнаете соль? 1,5 килограмма $2. Крупа гречневая в пакетах. Ну, это дорогая. Есть такая гречка дивница. Гречка ядрица, простите. 900 грамм 2,50. Пшено шлифованное 800 грамм, я не знаю, сколько стоит, ценника нет. Халах и тарок 500 грамм $3.
Сахар, песок, Жабинковский сахарный завод, 1 килограмм 3 доллара. Сушки 200 граммов, доллар 70. Вот такие вот миленькие, 180 грамм 2 доллара. Вафли 300 грамм 3 доллара. Так, друзья, увидел Козинек подсолнечный. Не на весь товар есть цена. Узнаем на кассе. В общем, есть конфеты, есть зефир, безе, пряники, шоколадные, клюквенные, ванильные, детские, мятные. Ценников нет. Конфетки, чай, чай Дилма, 25 пакетиков по 2,40. Вечерний романс, вишневый десерт в молочном шоколаде, 8 долларов, 300 грамм. Чай Ахмад, зеленый, 4 доллара. English Breakfast 4 доллара. Цейлонский 4 доллара. Зеленый с жасмином 4 доллара. Earl Grey 4 доллара.